220 золотых знаков «Готов к труду и обороне» вручили первоклассникам городского округа Люберцы. Одна из торжественных церемоний проходила в кадетской школе. У этих первоклашек линейка в День знаний началась с вручения им первой большой награды. Они на отлично показали свои способности в беге на 10 метров, шестиминутном беге, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье и челночном беге 3 на 10. Всего в программе в школу с ГТО приняли участие 40 дошкольных образовательных организаций «Люберец». Первое место досталось дошкольному отделению школы номер 26. Второе место дошкольному отделению кадетской школы, а третье занял детский сад «Бригантина» при 28-й школе. Напомню, что в рамках десятилетия ГТО в России с начала текущего года в дошкольных образовательных учреждениях реализуется программа городского округа Люберцы «В школу с ГТО». Нормативы первой ступени выполняли дети 6-7 лет.